Мы слышим эти голоса, мы понимаем смысл слов. Да, мы не верим в чудеса, в пути прямая полоса. Мы верим в дружбу и любовь. В одеждах белых все стоят, красиво, аккуратно в ряд. И затянули пояса, пусть нам помогут небеса и боги нас благословят. Почему надо тренироваться? Рассказывайте. Дед, заходи. Вот объясни теперь, почему мы ходим тренироваться. Расскажи. Я так ставлю, чтобы вокруг тебя, чтобы как аура святой. А если вот так вкладываться, как обезьяна, то ничего не получится. Вот вы поняли? А если вот так бакс, кому-то и бакс своим противнику, то ничего не и поручится. А вот так бикс, это бабка какая-то. Все правильно. Сколько тебе лет? 5,5, скоро 6. Скоро 6. А ты почему пришел тренироваться? Чтобы уметь себя защитить. Молодец. Близкий защитить еще, да? Угу. Нравится тренироваться? Молодец. Уже я немного больше, чем бадоваться. Надоело. Нет, вокруг головы даже свет, он святой. Наш молодец такой. Вот. Слышали? Да. Уяснили? Да.